На далеком Кольском полуострове раскинулся самый большой город за полярным кругом – Мурманск, военно-морской оплот России. К сожалению, не всеми красотами Мурманска можно насладиться. Все потому, что это очень-очень секретный и закрытый город. В Мурманске проходит ежегодный фестиваль трески. В эти дни пьяная и неконтролируемая рыба бьет витрины, купается в фонтанах и дерзит рыбакам. За последние годы в нашем городе многое стало меняться, особенно после того, как наши операторы освоили видеомонтаж. В общем, как вы поняли, к переменам Мурманск готов! Здравствуйте, друзья! Тема игры «Дружба». Ну вот, с очкастым толстяком в бабочке никто дружить не хочет. Поэтому я решил измениться. В этом году вы увидите совершенно другой Мурманск. Дерзкий, напористый, местами порочный. Это, кстати, цитата из новогоднего обращения нашего мэра. Эй, Герман, что здесь происходит? Я просто показываю людям настоящего себя. Да? А что ты тогда не в трусах, а не возле компьютера? Вы ж выглядите как клоуны. Это как же у тебя в детстве байкеры выглядели? Если ты так себе клоунов представляешь. Вы что, не понимаете, что нужно меняться? Так послушай, Герман. Я больше не Герман. Слышь, Куча, нам ехать надо. Ребят, ну я сейчас с этими перетру, а потом к вам подъеду, хорошо? Да пошел ты! Увидимся, ребят! Ну вот видите, как получается, друзья. Нам все говорили, что, мол, надо меняться, нельзя уже просто так стоять молчать, нужно что-нибудь показывать. Ну, не знаю... Александр Васильевич, ну вы смотрите, ну эти скептики и до вас доберутся. Тоже будут говорить, что, мол, нельзя просто так стоять молчать, пора бы уже из-за тумбы выходить, стендапчик там вальнуть, тверк станцевать. В общем, мы, конечно, понимаем, что перемены неизбежны. Вот вы, наверное, обратили внимание, что мы сегодня выступаем не полным составом. Кораблика нет. Но зато мы прям усилились с настоящим актером Мурманского театра. Вот, Денис. Что угодно сыграть может. Мы теперь миниатюры показывать будем. Давай, Денис, продемонстрируй талант. Миниатюра «Тоскующий кот». Мяу. Не, ну, согласен, конечно, усиление не очевидное. Как говорится, полминуты эфирного времени коту под хвост. Но намерения у нас серьезные. Так что по сезону пройдемся прям катком. Тут, конечно, больше не мощь, скорее скорость. Ну, и звук вот этот вот неприятный. Кстати, а все обратили внимание, что у нас Санечка похудела? Не, не обратили. Вот видишь, Ань, не только мы, козлы, невнимательные. Вот мы, Аня, весь прошлый год пиарили. Она у нас и в купальнике выходила, и в вечернем платье. В общем, можете ее поздравить? Ее бросил парень? Ань, ну ты имей в виду, что я, если что, готов. Герман, я же сказала, я за тебя не выйду. Ну ты погоди, не торопись. Давай переспим с этой мыслью. Может, что и изменится? Слушайте, я знаю, как нам измениться. Ну как сделать так, чтобы вот это все интереснее смотреть было? У меня такое на свадьбе было. Нам нужен конфликт. Давай выгоним кого-нибудь из команды. Кого, например? Ну, например, тебя.
Я что, вот смешнее будет, что ли? Ну, конечно, ты же самый смешной. Ну, хорошо, ладно, я пошел. Слушайте, я там подумал. Что-то, мне кажется, не во мне дело. Дело-то в вас. Это вас нужно из команды выгнать. И как ты выступать будешь? Да легко. Встречайте, новая сборная города Мурманска. Герман, ты что, взял вот их вместо нас? Коля, у тебя такая интонация. Как будто это нелогичный поступок. А как же я? О, это, Ань, я тебя не заметил. Ну, для тебя-то у меня всегда найдется место. Так, я это надевать не буду. Ты смотри, она еще отказывается. Такой коллектив. Давай сюда майку. Погоди. Ты посмотри на них. Они же наверняка двух слов связать не могут. Ой, а вас прям в прошлом сезоне не заткнуть было. Ребята! Да все он правильно делает. Вы посмотрите, какие девчонки. Да на его месте я давным-давно бы уже нас выгнал. Да, кстати, Денис. Да? Пошел вон отсюда. Красавчик. Мужик, молодец! Недолго ты в КВН поиграл, Дениска. Недолго. Ладно, ребят, пойдемте. Все равно у него с ними ничего не получится. А вот этот поворот я предвидел. Поэтому мы с девчонками уже кое-что подготовили. Мурманск меняется. Oh, ну и что дальше? Ну, пока не знаю. Как минимум одышка. Хотя не, что-то мне нехорошо, ребят, что-то у меня голова кружится. Давайте, наверное, будем сворачиваться. Ну и что хотелось бы сказать в конце? Кулачком поработайте. Наша команда полна сил и готова к новым победам в этом сезоне. 240 на 120. Слушайте, ну я не Россия, я такого давления не выдержу. Девчонки, ну вы простите, но у меня с вами как со службой в армии. Мне как просто по здоровью нельзя. А вы там за кулисами подежурьте, все-таки еще два конкурса впереди. Ну, тема игры «Дружба», она, конечно, очень подходит нашей команде. Ну, потому что каждый из стоящих сейчас на сцене слышал в свой адрес фразу «давай останемся просто друзьями». Причем вот что удивительно, слышал от человека, который тоже сейчас стоит на этой сцене. Сборная Мурманска. Надеемся, что темой следующей игры будет распущенность или доступность.